Что это такое, какие параметры он имеет, сколько он будет стоить, и ответим на самые часто задаваемые вопросы. На самом деле сам поднял большой ажиотаж даже за те два дня, за которые он появился в интернете, вызвал уже огромное количество споров, поэтому сегодня мы попробуем вам вкратце объяснить, что же это все-таки такое, что он из себя представляет. Итак, друзья, начнем. Во-первых, это не 32-дюймовый сабвуфер, это не то, что вы можете найти в китайских каталогах. Этого вы не найдете нигде. Это самый большой в мире серийный сабвуфер. Ну, серийный тоже черт, но тем не менее, и он не один, их будет несколько. Будет несколько проектов на Уралах, скоро вы сами все увидите, пока я карты раскрывать вам не буду. Диаметр данного сабвуфера составляет 34,2 дюйма. Размеры конкурентов вы можете найти сами в интернете, я не думаю, что имеет смысл их приводить. Сабвуфер имеет катушку диаметром 6 дюймов с 4 намотками. Акустические кабели, каждый кабель с сечением 4 гейджа. То есть я выкладываю фотки, можете посмотреть на видео, мы вам позже чуть это покажем. Здесь установлен пакет из 9 центрирующих шайб. Номинальная мощность, то есть RMS мощность данного сабвуфера составляет 9300 Вт. И один из самых часто задаваемых вопросов, какова же цена данного монстра. Данный сабвуфер будет стоить всего 199 990 рублей. В принципе, не такие большие бабки. Я думаю, каждый третий в нашей стране сможет себе его позволить. Тем не менее, он имеет гораздо более низшую стоимость, нежели конкуренты. Поэтому, я думаю, учитывая его параметры, такая цена вполне имеет место быть. Отдельным пунктом мне бы хотелось поговорить о моторе данного сабвуфера. Дело в том, что когда вы видите его на видео и когда вы смотрите на фото, он кажется не таким уж и большим в отношении диаметра корзины. Да, действительно так и есть. Но тем не менее мы должны понимать, что здесь используется 250 неомагнитов. Здесь просто дикая индукция в зазоре. Вы не представляете просто величину той магнитной индукции, которая сконцентрирована внутри. Это мощнейший мотор, построенный на мощнейших неодимовых магнитах марки N52. Те, кто понимает, что такое неодим N52, у них не останется вопросов по поводу мощности данного сабвуфера.
И он не будет писать ту чушь в комментарии, которую пишут величайшие гуру, которые увидели этот фото, этот сап просто на фото, и начинают рассказывать там различным людям, в том числе и мне, что это сап 32-дюймовый, что у него слабый мотор и так далее и тому подобное. На самом деле он просто гигантский, то есть, Олег, подойди сюда, пожалуйста. Даже если просто по высоте неодимо посмотреть, он высотой с толщину 4 моих пальцев. Он действительно, это действительно большой мотор. То есть он в диаметре, ну не знаю, наверное, как сап 15 полностью будет. Вот, кстати, акустические провода, о которых я вам говорил. Вот он мой палец, вот он кабель. То есть это реально полноценная медь, луженая медь сечением 4 гейджа. Сап выглядит очень злостно. Очень действительно нереально огромный, нереально мощный. И выглядит реально устрашающе. То есть толстые, подводящие, вшитые провода. Повторюсь, 9 центрирующих шайб, подвижная система, в принципе, на самом деле, не такая уж и дубовая. Диффузор из бумаги, но, тем не менее, тыльная сторона диффузора имеет дополнительную пропитку. Поэтому я не думаю, что даже если вот по нему стучать, его не прогибает практически. То есть, в принципе, ничего с ним не произойдет. В общем, друзья, примерно как-то так. Вот она, новая модель от Урал. Скоро вы увидите демократы, причем, я думаю, в ближайшие пару месяцев в России. Я не буду вам говорить, в каких машинах это будет установлено, в каких количествах акустических оформлениях вы увидите данные сабвуферы. Скоро оно все появится. Это был первый такой, скажем так, вступительный обзор, да, ответ на самые часто задаваемые вопросы. Помещение нам предоставил партнер компании Уралсаунд, компания СТП Техно. Благодарим их за помещение. Кстати, это их Кадиллак 68 года выпуска с мотором объемом 7,7 литров. Это очередной проект Уралсаунд Тим. Да, эта тачка тоже будет на Уралах. Будет ли в ней стоять этот сабвуфер, никто этого не знает. Время покажет. Итак, это был обзор самого большого в мире сабвуфера. С вами была студия «Автозвука в огнях». Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Друзья, извиняюсь за эхо, которое присутствует в видео, но, к сожалению, пробовали мы несколько раз переснять такое помещение, слишком тихо на улице. Получилось так, что камера наша без входа для дополнительного микрофона, поэтому приношу свои извинения еще раз, надеюсь на ваше понимание. Всем спасибо, всем пока.